Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с зарубежными белорусскими журналистами заявил, что планируется построить порт в Мурманске. Глава государства подчеркнул, что Беларусь нацелена развивать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком. «Рыбу мы уже будем в Беларуси перерабатывать и продавать, и все остальные богатства, какие там есть», — сказал он. «Стороны также работают над запуском совместных производств. Самое главное, важное для нас, мы начали работать через ваши порты. Безумцы в Литве, Латвии позакрывали свои порты в ущерб себе. В Одессу тоже нас не пускают уже, хотя мы могли бы там грузить зерно. А у вас мы начинаем работать с восточных портов. Хотим построить порт в Мурманске и по Северному морскому пути будем до вас добираться со своими товарами. Такие были замыслы, они начали реализовываться. Но это только начало», — отметил глава республики.